Тем временем сразу в нескольких регионах республики наблюдаются сильные паводки из-за непогоды. В Алматы со вчерашнего дня не прекращаются дожди. В результате выпала треть месячной нормы осадков. По информации департамента по чрезвычайным ситуациям выявлено 5 локальных подтоплений улиц и дворовых территорий частных жилых домов в Алатауском, Бустандыкском и Жетысуском районах. Причиной стало засорение бытовыми отходами арычно-канальных сетей. На местах работают сотрудники районных отделов ПЧС с привлечением водооткачивающей техники. Задействован личный состав ДЧС. В ночь с 14 на 15 апреля на пульс 112 ДЧС поступило от 15 до 20 звонков от жителей, которые жаловались на подтопление внутридворовых территорий, а также улиц. На местах в настоящее время по 10 адресам работает 58 человек всех задействованных служб, 9 единиц техники, а также 5 мотопомп. Между тем, в Акмолинской области в результате интенсивного таяния снега произошло повышение уровня воды в реках Калкутан, Жабай, в связи с чем вода вышла из русел рек. Сейчас ведутся работы по укладке мешкотары во дворах жилых домов и откачке воды с придворных территорий. В региональном ДЧС добавили, что за последние 3 года был реконструирован и построен 381 километр арычных сетей и укреплено около 40 километров русел рек. Это позволило в 3 раза сократить количество локальных подтоплений.